Каждую пятницу вся страна смотрит «Фактор Баи». Это искренняя любовь. Любовь к вам. Заслуженное признание. Брависсимо. Каждая нотка. Подача. Блистательный успех. Я видела твою душу. Я видела твою эмоцию. Я видела твои глаза. Это большая победа. Вы пришли сюда не участвовать. Вы пришли сюда побеждать. Сегодня суперфинал. Андрей Панисов! Иван Дятлов! Кто следующий? Аристократичная Галина Качалова. Нас четверо, вы все разные. Абсолютно. Обаятельный Сергей Кравец. Нужна победа. А для чего же я пришел? Это же конкурс. На конкурсе нужно выиграть. Харизматичный Евгений Ткаченок. Да, это конкурс, я понимаю. Но не совсем, как бы я предполагал, что это так будет. Роковая дама в шляпке Тамара Выставкина. Для меня это больше нет похвалы. Выйти на сцену, рампы, свет, крики «Браво! Бис!» Я точно знаю, что нас любит народ. Я могу назвать имя победителя. Это... «Фактор Баи 60+». Время исполнять мечты. Наши судьи. Владимир Березин. Все для нас победители, которые жизнь прошли достойно, а сегодня еще пришли со всеми поиграть во взрослую игру. Александра Гайдук. Я уверена, что телезрители наши сегодня и улыбнутся, а может быть задумаются. Но в любом случае наши телезрители получат огромное удовольствие. Виктория Олешко. Наш проект попал вот в самое сердце, потому что он искренний, потому что он настоящий. Александр Солодуха. Будет настоящее шоу из четырех участников, но внутренне верю в одного человека, который победит в сегодняшнем шоу. Ура! «Фактор Баи 60+». Зажигаем по-взрослому. Мы, взрослые, умеем пошалить. Сегодня суперфинал. Перед звездным жюри выступят 4 участника. После чего судьи выберут победителя шоу «Фактор Баи 60+». Добрый вечер! Это суперфинал шоу «Фактор Баи 60+». И сегодня на сцену выйдут те, кто точно знает. Возраст таланту не помеха. Главное, чтобы музыка жила в душе. Ну а поддерживать участников проекта здесь, на сцене, буду я, Алена Спиридович. А вот за кулисами держать кулачки за каждого из них будет мой коллега Павел Лазовик. Павел, добрый вечер! Добрый вечер! Как всегда, с любовью ко всем нашим участникам.
4 суперфиналиста. Они исполнят каверы на всем известные хиты, а также удивят дуэтами с нашими уважаемыми судьями. Итак, мы начинаем! Он легко меняет образы и при этом остается хорошим артистом, хорошим танцором, хорошим пародистом и, конечно же, вокалистом. Вроде так и будет всегда, вроде со мной и так идет туда. Ты сейчас просто вот на самом деле сделал всех, потому что никто не понял, что там еще 3 куплета. Нельзя было это произведение петь, потому что острое невезение. Уже заложено в этом невезуха какая-то. Я не запнулся. Ничего, а с уверенностью начал продолжать свое шоу. Потому что шоу продолжается, вы же знаете. Я выхожу на сцену, я радуюсь. А особенно, когда публика, когда они видят, и зритель, который на меня смотрит по телевизору. Сергей Федорович Кравец, настоящий красавец. Это благодаря моей жене. Она очень захотела, чтобы я поучаствовал в этом проекте. Где можно себя показать, рассказать, что я жив, здоров, творю, никуда не уехал, потому что много распространяется информация о том, что меня уже здесь нет. И всякие истории могут рассказать. А он вообще не выступает, он же алкоголик. Вы что, не видели, он всегда пьяный? Ну, могут вот так вот сказать. И все люди верят в это, понимаете как? Меня уже забыли. Нужно себя показать, заявить, что ну, Кравец жив, жил и будет жить. Нужна победа. Очень даже нужна. А для чего же я пришел? Это же конкурс. На конкурсе нужно выигрывать. Сергей Кравец. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизнь до тебя, и я так счастлив не был. Для тебя одной, их так любишь ты. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз, это облако из роз, лепестков. Я наш ложе застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума. Стал жить красивый фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Я ночь ложе застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Спасибо.
кажется, я догадываюсь, что сейчас происходило в зале. Каждая женщина в эти минуты думала: это про меня. Спасибо. Здорово. Здорово, Сереж. Давай послушаем, что думают наши уважаемые судьи. Александра Гайдук. Сереж, ты знаешь, я всегда говорю то, что думаю. Я все-таки останусь верна своему убеждению. Люблю тебя вот в этом веселом, развлекательном, юмористическом жанре. И сегодня, вот я не думала о том, что ты поешь мне эту песню. Мне даже в какой-то момент показалось, что ты ее вообще себе поешь. Да, представляешь? Вот так мне показалось. Сереж, я знаю, что ты пришел на этот проект для того, чтобы, наверное, преодолеть какие-то собственные страхи, развеять какие-то предубеждения. Тебе это от эфира к эфиру очень здорово удается. Мы тебя видим разным, разножанровым, разноплановым. Оставайся таким, жизнерадостным, каким мы тебя знаем. Виктория, о чем ты думала, когда выступал Сергей Кравец? Я думала о том, насколько Сережа, видно, любит, он любит свою жену прекрасную. Вот я думаю, что, конечно же, она посвящена была, безусловно, ей. Мне так нравится, что ты выходишь из зоны комфорта. Это очень важно для каждого из нас. И мы тоже должны это делать периодически, для того, чтобы не было застоя в творчестве. И ты себя, безусловно, комфортнее чувствуешь в оригинальном жанре, но я впервые тебя увидела в таком, в лирическом. Я видела твою душу, я видела твою эмоцию, я видела твои глаза. Вот что для меня самое важное. И у тебя получилось. Александр Солодуха. Сложнейшая песня. Браво за смелость. Но три предыдущих выступления были для меня фурор. Владимир Березин. Вот у нашего поколения есть привычка следовать привычному. Это неплохо. Мои коллеги справедливо говорили об амплуа, которое вас открыло. Но вы смело пошли на то, чтобы сделать так, как будто это вообще не вы. Это осознанная смелость нашего поколения. Знаете, Сереж, вы доказали, что мы, 60 и 60 плюс, умеем, любим рисковать и умеем побеждать. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Сергей Кравец. Вот он наш, Сергей Федорович. После выступления со сцены, а свежий как огурчик, ну кому это было? Я люблю тебя до слез все-таки. Это было посвящено моей Ине, моей жене, конечно же, в первую очередь. Но и для зрителей, для всех. Когда они влюблялись, когда им говорили, что их любят. Поэтому я вас всех поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ура. В финале Тамара Выставкина и судья Владимир Березин устроили на сцене поэтический баттл. Кто победил? Ну, конечно, Тамара. Интересно, чего сегодня ждать от этой веселой парочки? Одолжила, одолжила твою голову скружила. Он красивое стихотворение мне подарил. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, моя ясная, за то, что ты есть на свете. Мне нравится платоническая любовь в нашем возрасте. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Когда я спела романс «Все, что было», муж с женой идут навстречу. И он так громко: смотри, смотри, все, что было, идет. И я думаю, дожилась уже, и все, что было. Первый тур, когда мы шли, да, я говорю, как-то стыдно выбыть из первого тура.
не хотелось бы. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. Когда в полуфинал попала, мужу говорю: ты знаешь что, Саша, я в шаговой доступности до финала. Ну, он отправляет меня, говорит: ну, мать, ты свой минимум выполнила. Тамара Выставкина. Для меня это больше нет похвалы. Выйти на сцену, рампы, свет, крики «Браво!», «Бис!». Мы все-таки артисты. Народные. Потому что я точно знаю, что нас любит народ. Победа не главное. А кто выйдет, тот и выйдет. Тамара Выставкина. Какое счастье не иметь долгов и не ловить косые взгляды. Какое счастье не иметь врагов, чтоб в каждом доме были рады. Какое счастье просто жить, дышать, дружить, надеяться и верить, а повезет, так и еще любить, до минимума не сведя потери. Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль, лишь ты угадать сумела мою печаль. Заря заносила ясных небес края, голубка моя. История знает более 2000 трактовок этой суперпопулярной в свое время песни. Ну, наверное, в таком образе, в такой шляпке еще не было выступления. О, голубка моя, как тебя я люблю. Когда я вернусь в Гавану, в лазурный край, меня ты любимой песней своей встречай. Вдали от Гаваны в милом родном краю моя. Будь со мною, молю, в этом синем и пенном просторе, в дальнем родном краю. О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря дальнюю песню.
Благодарю вас. Послушаем наших судей. Александр Солодух. Нежная, утонченная, опять шикарная шляпка. Да. Но главные слова я скажу вам чуть позже. Угу. Жду. Виктория Олешко. Интриги у нас тут в суперфинале. Да, да, у вас в жюри интриги, да. Боже мой, Тамарочка, ну вы шикарная женщина. Какой номер, какое исполнение. Я засмотрелась, заслушалась и... Знаете, даже опять я забыла, что у нас тут жесткая борьба. Потому что, ну, это все так прекрасно, так замечательно, так талантливо. Александра Гайдук, пожалуйста. Тамарочка. Все ваши манеры, все ваши хлопанье ресницами. Это потрясающе. Как вам это удается? Ну, а про характер... Что тут говорить? Я думаю, вы заставите вертеться не только весь шоу-бизнес, но, в принципе, весь свет вокруг себя. Поэтому ваше место на сцене. Спасибо, дорогая. Боже, вы знаете, как я счастлива. Вот я смотрю жюри. Александра, у меня муж Александр. Виктория, у меня свекровь Виктория. Владимир, родной брат Владимир. Ну, вся родня. Ну, не вся родня еще выступила. Ну, самое... Самое напоследок я переберегла. Сейчас скажу. Но, как Тамара все время говорит, обещает и обещает встречу, обещает и обещает встречу. Пришел тот миг, когда бегу. Бегу навстречу с ней. Когда я услышал намек с угрозой по случаю встречи Александра с Тамарой, я понял, что нельзя мне больше тянуть и медлить. Пока ты есть, я верю, с нами не случится беды большой и мелкой суеты. Пока вы есть, к нам жизнь в сердца стучится. Пока вы есть, у вас в руках цветы. Пока вы есть, все в мире не напрасно. От бури бед всех нас судьба хранит. И каждое мгновение прекрасно. И радостью душа у нас звенит. Стихи мои. Браво! Постскриптум. Дорогой Саша, это я не к Солодухе, потому что мужа зовут Тамариного Саша. Все это время, пока вы дома ждете, отпуская сюда на конкурс свою любимую, она в надежных руках. Но, дорогие друзья, мы вначале прочитали в резюме Тамары, где она написала, что искусство и песни для меня на первом плане, муж на втором. Это она кокетничала. Саша, сегодня мы поняли, что все, о чем она пела, стихи, которые Тамара читала, они говорили о вашем первом месте в ее жизни. Александру, супругу Тамары, пламенные, бурные, продолжительные, несмолкающие аплодисменты. Спасибо, Володя. Вы знаете, как обещал, так обещал на всю республику. Даже меня на проходной уже несколько раз пропускают без паспорта. Ведь женщина, вы же симпатия одного из наших гостей. Вы помните, что делается? Спасибо большое.
Вот оно, свидание было, цветы были, посвящение в любви было в стихах. Ну, как эмоции, как впечатление? Ой, конечно, что вы. На 80-м году это услышать. Томочка, шикарное выступление. Спасибо, поздравляем. Да, ой. Вот так, девочки, я вам желаю. Рядом с таким мужчиной, как Евгений Васильевич, не страшно ни в огонь, ни в воду. Своим прошлым выступлением в финале он покорил женскую половину нашей судейской четверки. Предыдущие выступления, я бы не сказал, что прошли очень гладко. Иногда у меня просто слова вылетают из головы. Где каждая строчка мечтой серебрится? Где светлой надеждой птица сравнится? Я перескочил на припев, не выходя из тональности. Я придерживался этого размера. И все получилось. Просто хочется сразу быть нежной, слабой. Вот. И можно с вами и в огонь. Остановись, и остановись. Не знаю, на самолете было тоже хорошо. И на мотоцикле я обещала с вами уехать. Хорошо, я подумаю. Ну, судьи оценили. Я что-то подумал, что будет гораздо строже. И мы узнаем очередное имя счастливчика, который так шел к этому часу. Евгений Ткаченок! Иногда вот наступают такие минуты, что ты думаешь, только бы не сойти. Иногда присутствует волнение. Я инструменталист вообще. Немного занимаюсь вокалом. Это конкурс, я понимаю. Но не совсем как бы я предполагал, что это так будет. Но музыкально у меня нет сложностей. Сложность в текстовом отношении. Если я выступаю в санаториях перед публикой, у меня стоит пюпитр, на нем стоят ноты, я могу заглянуть в текст. Это не зазорно для меня. Здесь совершенно друг. Евгений Ткаченок. Публика в зале. Ну, дальше. Жюри, которое оценивает мое выступление. Для этого нужно опыт. Вот участвовать в таких мероприятиях. К концу уже как бы силы на исходе. Но, однако, всегда, возвращаясь домой, я вспоминаю с удовольствием это время. Каждый человек стремится, чтобы победить. И я один из тех. Мне, да, мне хочется этого. Евгений Ткаченок. Давай!
остался лев. Свидарев. You can leave your heaven. Just leave your Евгений Васильевич, я подумала, когда берешь для исполнения песню, любимую, несколькими поколениями, это очень опасно. Я очень хочу знать, что думает по поводу вашего выступления Александра Гайдук. Я думаю, что вот вы сделали все сейчас на 1000%. Все запомнили. Все сыграли, все спели просто идеально. И самое главное, что вы растворились в музыке, вы просто жили и отжигали на этой сцене. Просто браво. Александр Солодух. Вот сегодня безукоризненно из всех четырех ваших спасибо, выступлений. Сегодня. Брависсимо. Каждая спасибо. Нота, подача, не меньше, не больше. Молодец. Виктория Олешко. Евгений Васильевич, я хвалю вас каждый эфир, потому что вы действительно мне нравитесь как исполнитель. Очень я просто влюблена в ваш тембр, но мне постоянно не хватает контакта со зрителем. Понимаете, вы стоите такой замечательный, брутальный, но хочется... Вот чтобы вы еще и как-то глазом поработали. Ну, вот. Попробуем. Ну, вы попробуйте, пожалуйста. Ну, потому что выступление было отличным. Но я как женщина не ощутила того, что вы хотите во мне разжечь огонь. А я все-таки женщина эмоциональная, мне хочется эмоцию получить. А можно от мужиков нашей компании? Конечно, Женя? Конечно. А женщина всегда права, как известно. Каждая женщина права по-своему. А одна говорит, а ну дай сдержанности и упакуй все внутрь себя так, чтобы догадывались только. Другая говорит, а ну распакуй, достань. А, Женя, делай, как считаешь нужным, потому что им все равно не угодишь. А если бы им не нравилось, они бы вообще промолчали. А так, видишь, каждая говорит о своем. Спасибо. Евгений Ткаченок.
слушайте, харизма была, глаз горел. Может быть, надо было подмигнуть или шляпу не снимать, я не знаю. Ну, Березин правильно сказал, надо слушать, но делать по-своему. Спасибо, успехов. Участие в шоу для Галины Качаловой стало большим испытанием силы воли и духа. Однако 82-летняя участница не попросила тайм-аут и добралась до финиша без единого замечания от судей. Ах, если бы земля умела говорить, она б сказала: думайте о детях. Вы для меня просто образчик всего того настоящего, что мы ассоциируем с поколением наших бабушек и дедушек, которые никогда не сдаются. Шоу продолжает Галина Николаевна Качалова. Прямо скажу, очень сложный конкурс, потому что здесь не одно произведение поешь, а не два. Это надо тоже и подготовить, и спеть, и быть в форме. Очень важно. Это самое сложное. А так, так все в радость. Как и любви все возрасты покорны, так и пению все возрасты покорны. Можно и петь, выступать, исполнять, если работать над собой. Вот и все. И мотивация вся. Каждый конкурент по-своему хорош. Каждый конкурент интересен. Нас четверо, мы все разные. Абсолютно. Журчат лучи, слепят лучи. Галина Николаевна, вот она, ну, нравится она своим, так сказать, вот оптимизмом и своей подачей, и потом у нее очень приятный голос академический. Вот, она здорово поет. Галина 82 года, но я у нее учиться должна, как она поет профессионально. Все цветы тебе одной на свете я дарю. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я восхищаюсь ею, потому что она умеет четко выбрать репертуар. Насколько для вас важна победа? Для меня не главное. Если будет, то буду счастлив. Очень счастлив. Галина Качалова. Звать любовь не надо, явится незваный, счастье расплеснет вокруг. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Ай, какая молодец! Если все не так, если все иначе, если ночь полна цветами, если сон бежит, если сердце плачет, плачет благодарный без слеза. Если целый мир стал для сердца тесен, если воздух полон песен, если... Она находится сейчас в это время, в этом месте, может, в Париже. То есть она в это, она проживает. Погружается. Буквально погружается, да. Значит, ты пришла, моя любовь.
волновались. И я волновалась. Думаешь, только ты волновалась? Думаешь, только Галина Николаевна? У меня стол со стороны Александра Солодухи ходуном ходит. И девчонки в том числе. Все от волнения. Но это волнение восторга. Это волнение радости. Мы тем, кому 60+, так благодарны вам, кому 80+. Вы для нас пример. Виктория Олешко. У меня ощущение такое, как будто бы вы на сцене очень-очень давно и сейчас просто даете мастер-класс нам всем. Вы артистка с огромной буквы. Александр Солодуха. Нежно, утонченно, бесподобно. И образ, и манера, и подача голоса. Как будто побывали в каком-то мюзик-холле, в роскошном, шикарном, да. Так петь, так работать. Браво! Александра Гайдук. Всегда смотрю с восхищением на вас. Вы действительно нас просто согреваете своим теплом, своим солнечным светом. И мне кажется, что вы могли бы вот своей любовью согреть просто всю землю. Пускай вот эта вот звезда светит вам всегда на небе. Радуйте нас много-много-много лет. Спасибо огромное. Всем спасибо. Галина Качалова. Вы знаете, что армия поклонников и так не маленькая, у вас еще гораздо больше стало. Спасибо, я очень счастлива. Счастлива. А вот самый верный поклонник, ваш внук. Моя молодец, умница. Они оба любят удивлять, а еще они верят в любовь. Самый эпатажный дуэт нашего шоу. Тамара Выставкина и Александр Солодуха. Это наша супербабушка, это наша всеобщая любовь. Тамара сразу объявила нам всем, никакого отчества. У артистов нет отчества, есть просто фамилия и имя. Тамара, Томочка, Тамарочка, да. Очень интересная, экстравагантная женщина. Постоянно шляпки, каждый раз новые. Она вообще ничего не играет. Вот она такая. Все эти кокетливые взгляды, вся эта женственность. Это сущность. Это природа ее такая женская. Тамарочка, ну какая же вы клевая. Можно я так скажу? Классная. Классная. Зажигалка. Какая актрисище просто. Огонь. Невероятно. Огонь. Вот видите, да, не дает огню не угомониться, не может успокоиться. С Березиным сложился дуэт, они спелись прям. Ну, знаете, они так хорошо смотрятся. Прекрасная пара. Могла бы получиться. Говори, Тамусь. А что говорить? Не томи. А что говорить на прошлом шоу? Как говорил на всю республику? Я зайду к тебе. Ага. У гримерную. Сколько времени Тамара упрекала меня о том, что назначенная встреча наша все никак не состоится. Меня уже даже коллеги спрашивали, ну что вы теперь с Тамарой встречаетесь? Я столько лет знаю Володю Березина, никому при мне он таких слов не говорил. Из эфира в эфир ждали просто. Просто ждали очередной серии, потому что это же страсти кипели. Такие, что нам просто в один прекрасный момент показалось, что мы им не нужны. А у нас вообще возникло желание оставить вас наедине. Мы пойдем пока по кофейку, да? Она реально пришла сюда побеждать. Сегодня в финальном шоу нашего грандиозного проекта нам предстоит вместе с ней спеть дуэтом мега-хит, песня, которую я пою уже 30 с половиной лет.
Он приятный мужчина, с ним легко. Томочка, он просто ласково меня называет, и я уже таю. Томочка, меня только в детстве так называл папенька. А тут, на 74-м году, да. Она такая трудолюбивая, кропотливая, немножко слова трудно запоминала. Шпаргалка здесь, моя здесь. Так не хочется подвести. Понимаете, это же я его подведу. Но зато его будут помнить все. С дамой выступал, которая ошибалась. Тамара Выставкина, Александр Солодуха. Здравствуй, чужая милая, та, что была твоей. Вечно тебя любила бы до самых последних дней. Жалко, что не смогли мы, не сберегли с тобой все, что зовут любовью, что стоит нам жизни той. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется только твои глаза. Хорошо. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется только твои глаза. Оу! Александр Солодуха! Здравствуй, чужая милая, радость мечты моей. Мне же не разлюбить тебя до самых последних дней. Болью ведь отзовется осень нам дружбы той. Может, о ней придется нам пожалеть весной. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Тамарочка, разрешите вас пригласить на танец? А? Эх, нету у меня пары. То с Березиным, то с Солодухой, а я вот один скучаю здесь. Пойдемте ближе к публике. И вместе, друзья! Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Поцеловать тебе хочется дочки мои глаза. Здравствуй, Саша. Браво! Заходи, Сашенька, давно ждала. Вот. Здравствуйте, да. Ай, молодцы. Саша, как тебе петь с участницей проекта? Мне было очень легко, комфортно и хорошо. Саша, давай сейчас послушаем твоих коллег. Виктория и Олежка. Какой интересный дуэт получился. Ну, например, мне не хватило, конечно, чтобы ты в зал отдавала. Я шучу. Ладно, конечно же, шутка. Все было отлично, замечательно. Как Александр любит спрашивать, было? Вот я скажу, было! Владимир Березин. Во-первых, на полшага вправо от себя.
Спасибо. И вот ближе к Тамаре. Значит так, Александр Антонович, ты пел «Здравствуй, чужая милая», тут ты был прав. А эта ветреная девушка, ну, теперь-то мы уж точно знаем. Вы соединили два ваших состояния, она совсем девчонка, ну и ты повзрослей. В результате получилось вот то, что нужно. Такое ироничное отношение к жизни. Александра Гайдук, пожалуйста. Сашенька, ну так хорошо, что вы выбрали именно эту песню, потому что как важно, проходят годы, да, проходит время, но если песня живет, вот она на века, она вне времени, она для каждого поколения. Замечательное исполнение. Сегодня вы войдете в историю и покажете, с какой легкостью, с каким энтузиазмом нужно относиться к жизни, с какой уверенностью в себе. Я с первых нот, с первых программ понимала, что вы пришли сюда не участвовать. Вы пришли сюда побеждать. Жизнь прекрасна, а мы красотки. И это даже видно и без водки. Тамара, мы вас обожаем. Тамара Выставкина, Александр Солодуха. Спасибо огромное. Всего доброго. Как дуэт вам с мэтром белорусской эстрады? А что, фантастик? Все-таки у меня волнует вопрос, кто лучше? Березин, Солодуха? Я никогда не выбираю. Хотя, честно вам скажу, я в таком возрасте, когда не меня выбирают, а я выбираю. Я оставляю за собой нейтралитет. Тамара Выставкина, верная себе, профессии и своему любимому делу и нашему шоу. Поздравляем. Спасибо, дорогой. Когда-то Сергей Кравец сам предложил Виктории Олешко спеть дуэтом. Тогда Виктория была начинающей певицей, а Сергей Федорович – известным на всю страну юмористом. Посмотрим, как сложится их дуэт спустя 20 лет. У самовара я и моя Маша. В реку скучай пить будем до утра. Но мне на самом деле понравился самый первый его выход на сцену. Для меня Сережка, ну, в первую очередь, вот актер. Он очень одаренный. Знаешь, вот есть же такое понятие, как говорят режиссеры, верю или не верю. Я тебе верю, Сережа, на 1000%. Он профессиональный исполнитель. У нее своя публика, он завоевал свои олимпы. Мне понравилось то, что он пришел и наравне со всеми психологически с нуля, на равных. А это свидетельство того, что такое талант актерский. Не только певца, который берет самые высокие ноты, да, там в 4 октавы, а человека, который несет в себе образ классической эстрады. Когда я увидела его в нашем шоу, я подумала, какой же молодец. Не стал отсиживаться, нет, а он пришел для того, чтобы опять взбудоражить кровь. И я хочу сказать, у него получилось. Молодец, молодец. Что ты делаешь с нами, а? Сережа Кравец, белорусский красавец, а? Он большой мастер своего дела именно в пародиях, в импровизации. Он умеет четко показывать музыкальные инструменты губами. Он уникальный, конечно, артист. Эмоции самые сильные. Молодец, Сережа. Убил наповал. Спасибо. Блестяще. Я думаю, он нас еще очень-очень-очень много раз удивит. И в кино, и на сцене. Я очень хочу, чтобы он продолжил свою концертную деятельность. На последний припевчик. Выйти на точечку. Со мной сложно петь дуэтом, тем более тональность не его. Причем, самое интересное, что он мне не говорил об этом. Мы репетируем, это я просто понимаю, я слышу. Она прекрасный, замечательный музыкант.
У нас полное взаимодействие, поэтому с большой радостью вот мы так сотрудничаем. Сергей Кравец, Виктория Олешко. Родными окнами, словами теплыми, согрет заботою здесь каждый гость. Земля широкая и хлебосольная, мы за тебя всегда поднимем тост. И в дни обычные, и светлым праздником, когда встречаемся мы за столом, родные, близкие, такие разные, душой обнимемся и пропоем. За небо ясное, за мысли чистые, умничка, красные, сердца лучистые, за красоту людей, тепло земли моей, за дом, в который я всегда вернусь, за Васильковую, миролюбивую, такую гордую, такую милую, за материнскую, за офицерскую, за нашу родину. Обиды, радости, но мы умеем жить, любить, прощать. Мы добротой своей на мир весь славимся, и даром мудрости все понимать. За небо ясное, за мысли чистые, дела прекрасные, сердца лучистые, за красоту людей, тепло земли. Виктория Олешко. Сергей Кравец. Виктория, как на сцене вы себя ощущали? Волнительно, прямо скажу. А вот за кого ты волновалась больше, Вика? За Сережу я вообще не волновалась, потому что он большой профессионал. И он нам тут уже неоднократно показывал, как он может выбраться так из любой ситуации, что никто не догадается. Поэтому в основном за себя. Давайте послушаем, что скажут уважаемые судьи. Пожалуйста, Александра Гайдук. Сереженька, ну вот что я могу здесь сказать? Вот это вот энергетика, вот этот позитив, понимаешь, вот это вот счастье, искрометность, которую ты умеешь дарить зрителям, это же не нарисуешь. Это не каждому артисту дано. Спасибо. Дари нам свои эмоции, много радости своим присутствием на сцене, потому что ты настоящий артист с большой буквы. Александр Солодуха. Да, дуэт действительно необычный. Вика и Сережа. Песня, кстати, он красивая. Не первый. Когда-то 20 лет назад мы уже с Сергеем выходили. Я еще зеленая тогда была, начинающая артистка, а Сергей уже блистал. Бишь, у вас 20 лет спустя. Да, кстати. И Сережа Молочинко с задором, с энергией. Вперед и вверх. Yes! Владимир Березин. Ребят, спасибо вам большое. Впервые, наверное, лет за 30 последних я вдруг для себя открыл свой гимн моей любимой Беларуси. Вот такой, какой я ее ощущаю. Спасибо. Если надо будет вас объявить из-за кулис, обращайтесь.
Я бы даже очень хотела бы, чтобы не из-за кулис. А заметьте, это не я предложил. Я поскромнее. Спасибо большое вам. Виктория Олешко, Сергей Кравец. Эмоции шикарные, потому что если Владимир Березин обещает объявить это произведение, которое будет исполнено дуэтом, то я буду этому рад. Мы обязательно приедем. Да все приедут. До встречи. За отношениями этого дуэта зрители следили весь проект. Александра Гайдук то обещала уехать с Евгением Ткаченком на мотоцикле, то улететь с ним на самолете. Сегодня Евгения Васильевича ждет новое испытание. Когда мы его впервые услышали на сцене, вот этот роскошный тембр, это расщепление звука, сложный репертуар. Я вот прям захотела, чтобы вы меня увезли прямо на этом мотоцикле куда-нибудь. Как только вы запели, я сказала: «Да ладно! Что вы с нами делаете?» Мы подскочили и с Сашей танцевали. Такая фирма в вас! Такая харизма! Просто с ног сшибает. Он, бывало, забывал слова. Ну, мы ему все прощали. Встречают преграды, он лишь награды. А я хочу спросить, а что, забывал слова, что ли? Я как-то и внимания не обратил. Вроде не. За всем этим я чувствую вот этот образ. Такого легкого ироничного отношения к себе. И мне так нравится, что он так как-то легко ко всему относится. Как к игре. Немножечко как-то не так энергетично, как в прошлый раз, когда убили наповал. Он очень яркий, харизматичный, фактурный, шикарно выглядит. Ну, немножко такой какой-то чуть-чуть стеснительный и застенчивый, да. Я думаю, что сейчас этот проект ему очень придаст сил. Давай, давай, ну! Тропикана женщина! Вы обещали мне, что обязательно все выучите, выйдете уверенным и будете здесь отжигать. Вы совсем справились? Раз он пришел на этот проект, и он хочет быть на большой сцене, он должен понимать, что это пахота, это репетиция, это работа, это преодоление, это дисциплина. Я очень надеюсь, что Женя меня реально не подведет. Это нужно выучить текст, это нужно выучить хореографию. Не поворачивайся никуда, смотри в одну сторону. Я, конечно, переживаю. А как не переживать? Я ему прям, вот прям так жестко скажу. Женя, если ты меня подведешь, я тебе дам полбу этим микрофоном. Да. Ты мне поешь. Да, да, конечно. Только там, не зала, только. Давай жалуй. Хотя она меня и ругала по некоторым вопросам, но, однако, мне приятно с ней работать. Я ему желаю искренней удачи, и Женя, у тебя все должно получиться. Евгений Ткаченок, Александра Гайдук. Точка, точка, новый прочерк и молчание. Я тебе пишу из знаков препинания. Я тебя рисую смелым ожиданием. Хорошо. Не сдавайся, это первое свидание. Не по-детски эта музыка заводит. Я играю снова в прятки на диване. Чувство каплями сознание уходит. Ты дрожишь, бросая сотни обещаний. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой в нашей постели.
это они поют. Дамы и господа, встречаем непредсказуемое Александра Гайдук. Ну что, похулиганим? Еще одна мечта исполнилась, свидание состоялось. Не можешь победить свое желание. Ты уже готов на все, чтобы остаться. Самых новых, самых острых испытаний, чтобы ни за что не расставаться. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Мне в сознание уходит. Я дразнил, бросая сотни обещаний. Не по-детски эта музыка заводит. Я играю снова прятки на диване. Чувство каплями в сознание уходит. Я дразнил, бросая сотни обещаний. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле. Будем искать с тобой наши постели. Ох, это случилось на сцене. Ты зажег, молодец. Спасибо. Замечательно. Можем же мы похулиганить немножко? Но я хочу сказать, что сколько все-таки труда, упорства нужно вложить во все это для того, чтобы вот на сцене что-то вообще получилось. Послушаем твоих коллег, Саш. Виктория Олешко. Ну, эта песня, мне кажется, очень хорошо подходит для дуэта. Тем более вы так прекрасно вдвоем смотритесь, Саша. Помню еще в самом начале, когда Евгений появился в проекте, то ты сразу уже говорила: «Все, все, я знаю, что мы будем петь он дуэтом». Мой, да? Как по мне, так прекрасный дуэт. Все получилось. Александр Солодуха. Саша, Женя, так вы нашли это место? А вот это интрига. Интрига? Оно же, понимаешь, это вот насколько продолжение у человека следует? Развита фантазия. Каждый же подумал о чем-то своем. Очень органично смотрелись вдвоем. Очень, как мужчина и женщина. Как певица и певец. Как актриса и актер. Браво. Владимир Березин. Ребята, вот что такое молодежный вариант. Фактор B60+. Во-первых, это красиво. Мы, взрослые, умеем пошалить. Но это произвело впечатление. Произвело. Все, Александра, идите быстрее к нам. Хватит. Александра Гайдук, Евгений Ткаченок. Чувствовали через экран эту энергию любви. Как с Александром Гайдук свидание состоялось же все-таки, да? Да, наконец-то, да. Какие-то были шиховатости с моей стороны в плане хореографии. А так все остальное получилось. И я думаю, те, которые репетиции были предыдущие, они пошли мне на пользу. Спасибо большое. Очень
очень необычный дуэт сейчас появится на нашей сцене. Дело в том, что до сегодняшнего выступления они лично не были знакомы, ведь он судья другого шоу. Но в нашем проекте нет границ ни возрастных, ни музыкальных. Когда она вышла на сцену, улыбка, доброта, свет льется от нее на 9-м десятилетии. Красавица, актриса, высочайший профессионал. Оставаться в такой блестящей форме и физической, и вокальной, и женственной, да, только словом «браво» трижды. Глядь на вас, Галина Николаевна, можно к этому только добавить следующее. Вот такое оно лицо людей старшего, поющего поколения. Вот что значит 50 лет в музыке. Галина Николаевна – это тот человек, который позволяет в этом проекте с гордостью говорить о возрасте, хотя о возрасте прекрасной половины человечества говорить не принято. Я была еще сегодня поражена, в какой вы колоссальной вокальной форме. Я мечтаю в будущем хоть немножечко быть похожей на вас. Талантливая, интеллигентная, утонченная. Как она выступает на сцене, то, как она общается. Но это штучный человек, таких сейчас очень мало. Ах, если бы земля умела говорить, она бы, наверное, людям так сказала. Ой, все время, когда я говорю про Галину Николаевну, просто со слезами на глазах. И слушаю ее все время со слезами на глазах. Потому что она такая настоящая. Женщина с большой буквы. Так хочется, чтобы вот она сейчас почувствовала себя на этой сцене. Настоящая артистка. Потому что она и есть настоящая артистка. Она покорила меня своим возрастом и тем, как она выглядит. У нее голос сохранен настолько чистый, кристально чистый. Спелись с первого раза. У нас по мягкости голоса подходит, по темпу. Ну, будем стараться. Галина Качалова. Руслан Алехно. Далеко тебя забросила, заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью вдруг случилось невозможное. Над пущами рассветными, над креницами холодными, малой птахой неприметною полетишь туда, где ждет тебя. И светлая, и грустная, кипучая, пылинная, родная белорусская земля. Там за зорями, за туманами, великолепная. Мне сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, не подвластное беру дней. Ты спроси меня,
вьется лента серебристою. Окунусь в росу медвяну, вересковую, душистую. И проснется нежность давняя, вспыхнув в сердце тихим пламенем. Здравствуй, я скажу желанное, знаю, ты давно ждала меня. Льняная, полотняная, оленья, журавлиная, родная белорусская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, не подвластное белу дней, ты спроси меня, ты ответь. Любая певица, чем она старше, тем она вкуснее. В мире вечное, не подвластное бегу дней. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Браво! Руслан, как вам выступать на сцене с участниками шоу «Фактор Бай-60+»? Вы знаете, настолько благородная, интеллигентная, красивая женщина. И для меня сегодня большая честь стоять с вами рядом на одной сцене, исполнять эту прекрасную песню и быть частью этого проекта «Фактор Бай-60+». Нам же интересно, что наши судьи скажут. Друзья мои, строго не судите. Ни в коем случае, Руслан. Для меня ваш дуэт такой гармоничный, такой красивый, как будто вы всегда исполняли вместе эту песню. Вы просто были единым целым. И мурашки пробежали в начале песни. И прослезилась я тоже. Мне понравилось очень. Владимир Березин. Я скажу Галине Николаевне от имени большей части нашего поколения большое спасибо, потому что мы хотели бы взрослеть, как вы, чтобы быть похожими спасибо на вас. Спасибо большое. Спасибо. Помните ваш девиз? Когда мне трудно, чтобы не плакать, я пою, а чтобы пелось от того, что поет душа. Мы будем вместе с вами. Александра Гайдук. Я в разных интерпретациях слышала эту песню, но мне кажется, ваше исполнение одно из самых удачных исполнений этой прекрасной песни. Ну, а вам, Галина Николаевна, скажу, что, знаете, вот у нас в артистическом кругу иногда так артисты подшучивают друг над другом и говорят, вот этому артисту, мне кажется, уже пора со сцены уходить. А вот в отношении вас я бы сказала, что вот наступила та самая пора в ваше время, когда вам нужно выходить на сцену. Потому что в этой жизни вы уже всем все доказали. Ваша главная мечта в этой жизни все-таки быть на сцене и блистать на ней, она состоялась. Александр Солодуха. Шикарный дуэт. Действительно, как будто пели очень много-много лет вместе. Молодцы, браво! Вы знаете, для меня сегодня не просто честь, а спасибо вам за возможность исполнить эту песню именно в дуэте с вами. Галина Качалова, Руслан Алихно.
Ура! Эти эмоции самые жаркие. И, конечно же, мы так впечатлились выступлением, дуэтом. Какие эмоции у вас сегодня в суперфинале? Меня захватили уже. Я уже не знаю, что сказать. Голова кругом? Кругом. И ноги не идут, и голова у нас в порядке, ноги не идут. Все ли получилось? Да. Уважаемые судьи, вы посмотрели выступление четырех суперфиналистов. Они были разными, зажигательными, трогательными. Хотелось бы знать о ваших впечатлениях от того, что вы увидели и услышали сегодня на сцене «Фактор Бай 60+». Александр Солодуха. Блестящее шоу. Все четверо победители, но... Гран-при только одному человеку. Скоро все об этом узнают. Виктория Олешко. Праздник удался. Я поздравляю всех, потому что они прекрасны, наши дорогие участники. Владимир Березин. Надеюсь, что мы единодушны и в выборе. Мы на это надеемся. И в чувствах, которые мы испытываем, нам тоже немножко грустно. Потому что это наша сегодняшняя встреча в этом сезоне завершающая. Александра Гайдук. Мы тоже, в свою очередь, получили подзарядку. Мы получили невероятный, колоссальный опыт. Мы просто наслаждались этим праздником, этими эфирами. Потому что все, кто выходил на эту сцену, достойны победы. Сейчас вам предстоит принять очень непростое решение. Вы должны назвать имя победителя. Я приглашаю вас на обсуждение. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте вспомним, как выступали на сцене «Фактор Бай 60+» наши суперфиналисты. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз, вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Где ты не плавал, всюду к тебе, мой милый. Я прилечу голубкой, все закрыла. Парус я твой найду над волной морской. Ты мои рукой. Если целый мир стал для сердца тесен, если воздух под песен, если расставаясь ищешь встречи вновь, значит, ты пришла, моя любовь. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. За Василькавую, миролюбивую, такую гордую, да? Такую милую, за материнскую, за офицерскую, за нашу родину, за Беларусь. Самое сладкое место на теле, будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле, будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место на теле, будем искать с тобой наши постели. Самое сладкое место.
постели. Будем искать с тобой наши постели. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Четыре суперфиналиста. И только один станет победителем. Сейчас все зависит от решения судей. Ой, ребята, непростой, конечно. Нет, как простой. Ну, Тамара, любовь твоя, она была очень убедительна, хороша, стабильна во всех выступлениях. Да. Галина Николаевна. Но она особнячком, да, стоит. Да. Ну, по сегодняшнему дню, конечно, вот чисто по вокалу для меня лидер. Евгений. Да, Женя, он, конечно, закрыл просто всех сегодня, да. Ну что, Сережа Кравец – это профессионал с большой буквы. Да. Он бы мог сказать, какой проект? Я состоявшийся артист. Но он молодец, он пришел и правильно сделал. Кто бы что ни говорил, мы высказали только каждый свое мнение. Единогласно, впервые. Судейское голосование закончено. Звездная четверка выбрала победителя шоу «Фактор Бай 60+». Выбор сделан. Наши уважаемые судьи признали, что он был единодушным. Для вручения призов нашим суперфиналистам мы приглашаем на сцену генерального директора унитарного предприятия. Под ваши аплодисменты. Пелпрофсоюз «Курорт» Николая Матюкевича. Добрый вечер. Добрый вечер, Николай. Проходите, пожалуйста, к нам. Добрый вечер. Я восхищен эмоциями и харизматичностью наших суперфиналистов. От всей души поздравляю вас. Я искренне уверен, что у настоящего таланта нет возраста и просто его не может быть. Система санаториев Федерации профсоюзов Беларуси всем суперфиналистам дарит сертификат на отдых в санаториях на 10 дней на двоих. Браво! Хорошо! Браво! Потрудившись, можно отлично отдохнуть в этих прекрасных санаториях. Креница, Нарочанка, Приднепровские, Лесные озера. Это все для наших суперфиналистов. Спасибо, Николай. Спасибо, спасибо огромное. Профсоюз «Курорт». Для оглашения имени победителя я имею честь пригласить на сцену председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ивана Эйсмонта. Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну, позвольте, я перед тем, как объявить имя победителя, воспользуюсь тем, что я нахожусь на одной сцене рядом с замечательной Еленой Спиридович, и скажу спасибо ей за прекрасную работу. Спасибо. Большое спасибо творческой группе, которая сделала это шоу. Это сотрудники Белтелерадиокомпании, это многочисленные наши партнеры, которые помогли создать этот праздник. Я поздравляю всех суперфиналистов. Проделали большой путь. Это успех пройти столько этапов и оказаться в суперфинале, спеть столько замечательных композиций на глазах, ну, миллионной аудитории. Ну, сейчас мне предстоит назвать имя победителя. А сейчас самое время появиться этому волшебному конверту. Спасибо. Затаив большое дыхание. Имя победителя первого сезона шоу «Фактор Бай 60+». Это... Галина Николаевна Качалова. Громогласные овации. Поздравляю вас. Для нашей победительницы шоу. И позвольте мне вручить главный приз нашего шоу.
акустическая система с функцией караоке и телевизор. Пойте на здоровье, это вам. Поздравляем от души, от души. Браво! Милая, милая, дорогая Галина Николаевна. Не плакать надо сейчас. Я счастлива. У меня нет слов. Всех благодарю, всех. Спасибо большое. Спасибо. Галина Николаевна, мы вам аплодируем стоя. А вот и наши уважаемые судьи. Шоу «Фактор Бай 60+». Наш первый сезон, и вся страна узнала о потрясающих талантах, о таких прекрасных артистах, для которых возраст отнюдь не помеха, а только лишь стимул для новых начинаний. Это шоу вместе с вами провели заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Спиридович и Павел Лазовик. До встречи на телеканале «Беларусь-1».